Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Галина. Сегодня я приглашаю вас на прогулку по Кривому Рогу, его центру, району 95-го квартала. Это в центре города находится, в районе горисполкома. И мы посмотрим, что у нас здесь есть интересного. Вот это площадь Горького. Ну, как раз это место и называется 95-й квартал. Здесь большой круг, транспортная развязка, и дороги расходятся в четыре стороны. Сделаны подземные переходы, потому что здесь перейти нельзя. На проспект Металлургов, проспект Гагарина, проспект Мира и улица Волгоградская в разные стороны расходятся. Вот сам горисполком, и возле него растут очень красивые клумбы. Красиво высажено, сделан такой интересный дизайн с отсыпкой декоративными камнями. Различные растения. Здесь у нас и бальзамины, и петунии, и чернобрывцы. В общем, красиво. И вот отсыпка каменной крошкой и белыми камнями. Вот здесь посажены какие-то интересные такие деревья, не спадающие формы, и с интересными плодами, которые висят. Похожие на вишню, но они растут пучками, и они твердые. А это памятник нашему казаку Рогу. Это вообще изображение этого памятника у нас на всех троллейбусах, автобусах, и как бы считается как бы символ города. И есть такая легенда, что был такой казак, он был кривой на один глаз вроде бы, и он где-то здесь жил, а здесь было пересечение дорог, и люди, проезжая мимо, говорили: и едем к Кривому Рогу. Вот это вот такой красивый букет, корзина, поставили нашему казаку, потому что это как раз время перед 30-летием освобождения Украины. Ну, это я тут стою. Вот здесь вот такая сделана большая аллея, бульвар такой. Тут находится много разных центров развлекательных. А туда, если прямо пройти, там есть у нас вход в метро. Но у нас не метро, а скоростной трамвай, который и по земле едет, и под землей. Здесь он находится как раз под землей. Тоже спускаешься туда на эскалаторе вниз. Вот высажены красивые здесь калины. Калина – символ Украины. Она у нас кругом, ее выращивают в виде деревьев. Здесь сейчас в стадии реконструкции находится фонтан. Ну, в общем, в данный момент он не работал, но там что-то реконструируют его. Это вот горисполком, только немножко с другой стороны получается. И там вдали у нас цветочные часы, мы потом к ним подойдем в другом видео. А здесь также высажены интересные растения в виде вот здесь вот. Это колиус, высаженный в виде цифры 30. В этом году отмечается 30-летие независимости Украины. Очень красиво сделано, высажено. И если мы поднимемся немножко выше, потому что здесь ярусами идут вот эти клумбы, то мы увидим дальше высаженный герб Украины, трезуб.
А еще выше высажена флаг Украины. Цветы высажены в виде флага. Вот такой трезуб. Но сверху не получается его снять. Вот как бы как получается. А это еще один памятник казаку. Я его вижу впервые. Я его раньше не видела. Я, конечно, здесь бываю не часто. Очевидно, его недавно поставили. А тут казак сидит с бандурой на камнях. И видно, что еще не до конца оформлено. Видимо, его только-только открыли. А этот тополь растет между двумя зданиями в узком пространстве. До скорых встреч. Всего доброго. Спасибо, что были со мной.